Здравствуйте, дорогие друзья! С вами ваш ураганный учитель Вячеслав Барановский. И сегодня я хочу поделиться с вами лично для меня действительно уникальным событием. Я получил сегодня посылочку. И в посылочке этой мой первый варган, я бы даже сказал дрымба, Юрия Вашковича. Сейчас мы с вами сделаем распаковочку и пробу. Вот, много слышал, много видел на расстоянии работ Юрия Вашковича, но держать буду впервые. Вот. Нужно сказать, что репутация этого мастера, как говорится, бежит впереди него. Вот такой варган мне удалось раздобыть. Вот такая дрымба. Она, по идее, в контр-октаве, если я помню правильно, нота Си. Еще одно преимущество варганиста перед обычными смертными людьми – это то, что вот был бы я обычным 36-летним человеком, и ну, как-то подарки на Новый год уже не ждешь, да, как ребенок. От днев рождения тоже каких-то больших ожиданий нет у тебя. Вот. И вот это ощущение какого-то ожидания, какого-то чуда, оно остается в прошлом. Но когда получаешь новый варган, вот это предвкушение, ты берешь посылку в руки, предвкушение чуда какого-то, ты уже, да, как ребенок, можешь испытать его снова. Ну, что нужно сказать? Ну, внешне, конечно, исполнение чисто как изделие выполнено безупречно. Идеальная шлифовка. Все поверхности зеркально отшлифованы. Само кольцо декорировано. И, надо сказать, ну, таких, несмотря на небольшой размер самого варгана, размер кольца позволяет его комфортно держать кольцевым хватом и тройным удержанием. Прежде чем взять варган в зубы, дезинфекция, гигиена превыше всего. Хорошенько протрем его. Несмотря на то, что он, можно сказать, практически новый, так или иначе, бережем собственное здоровье, здоровье наших родных и близких, и прежде чем что-то взять в рот, надо хорошенько это продезинфицировать. Прекрасно. Ну, попробуем. Меня всегда поражало и удивляло то, какой длительный состоин у варганов Вашковича Юрия.
Всегда было интересно, за счет чего это достигается. Язычок очень мягкий. Тонкий. Не узкий, а именно тонкий. И мягкий. Вот в правильных местах он даже видно, что заострен. Вот, и очень мягко. Конечно, у подобной особенности есть, как и у любой другой особенности, есть плюсы и минусы. Вот. Из плюсов вы слышите, какой sustain, какой низкий бархатистый звук. Податливый язычок. Хорошо и комфортно раздувается, но... Это не мешает играть на нем достаточно быстро, однонаправленным ударом к себе. Посмотрим, что получится, если попробовать играть на нем двунаправленным боем, и к себе, и от себя. От себя он не настолько податлив, но все-таки это немножко не про это инструменты. Опять же, из-за того, что язычок мягкий, амплитуда движения язычка, да, вверх-вниз, вперед-назад, она широкая, поэтому сложно двойным боем попадать каждый раз по петельки язычка, вот рука промахивается, и не про это этот ураган, этот ураган про не про беготню, а про полеты все-таки, да, поэтому нужно понимать, что любой качественный, уникальный, скажем так, инструмент будет иметь ряд характеристик, которые его раскрывают, но и ограничивают. То есть это нормально. Это ожидаемо. И не бывает абсолютно универсальных варганов. Вот. Универсальные, абсолютно универсальные варганы, они ничем особо не выделяются из, скажем так, всех прочих. Поэтому, если хотите варгана, который будет выделяться, готовьтесь к тому, что в чем-то он будет отличаться от других. Но такое количество обертонов, ярких причем, при таком низком контрактавном звуке,
Снимаю шляпу, как говорится, перед Юрием в своем деле. Он достиг определенных высот, которые, надо сказать, что на мировом уровне конкурентов почти нет. Я немало варганов подержал в руках с разных концов земли. И надо сказать, что Юра – это наше достояние. Действительно, если будет возможность, шанс, не упустите. Поддержите мастера, побалуйте себя, познакомьтесь с изделием действительно высочайшего уровня. Вот, и с достаточно уникальным звуком. Я знаю, что этот варган я точно не продам. Это моя личная теперь, одна из жемчужин моей личной коллекции. Чехлы также узнаваемо Юра делает. Очень они специфически выглядят, уникальные. Так, это все-таки идет вниз. Вот кусочек дерева. Тут идет обжиг и... не помню, как эта техника называется. Когда обжигается древесина, потом щеточкой. Убирается все лишнее. Браво! Ну что, друзья, на этом, думаю, можем закончить. Прямо сейчас добавить мне нечего. Первые эмоции, первые впечатления мои таковые. Вот вы их только что видели. Такое ощущение, что сейчас или день рождения, или Новый год, что-то вот похожее такое, когда получаешь действительно подарок. Несмотря на то, что ты сам за него заплатил, это все равно подарок, можно сказать, судьбы. Возможность поддержать такое и поиграть на таком. Вот, и следите внимательно за творчеством Юры Вашковича, он есть в Инстаграме в том числе. Вот, когда что-то новенькое появляется, он сразу постит. Поэтому готовьтесь, что его варган очень быстро расхватывают, и я понимаю почему. Поэтому, если вы хотите урвать, как говорится, придется вам или бдить, либо обратиться напрямую к мастеру и заказать. Не знаю, принимает ли он сейчас заказы. Вот, можете написать у него и спросить. Все. Думаю, я достаточно нахвалил. Заслуженно. Этот варган и мастера. И цените труд мастеров. Пользуйтесь плодами их работы, труда. Играйте осознанно. Играйте вдумчиво, играйте на здоровье. Генерируйте положительные вибрации. Варган вам в помощь. Предостерегаю всех и каждого, что на таких варганах без должного обучения, образования и умения лучше не играть. Испортите. Все равно, что человеку, который только закончил автомобильную школу, получивший права, садится сразу за Феррари. Опасно как для водителя, так и для машины. С вами был Вячеслав Барановский, ваш учитель игры на варгане. До встречи.